И снова здрасте, дамы и господа, господа и дамы, и все остальные, кто там еще тоже пришел. Paint the Town Red. Снова и опять пользовательские уровни. Это бесконечная игра, потому что сами игроки, по сути, ее и делают. Прошлый раз так немножко неудобно получилось. Там был уровень Хэллоуини, и была выставка таких персонажей, которых я не узнал. Я, естественно, их не узнал, я же их не знаю. Но, как выяснилось, это очень важные люди, создатели уровней, там, создатели игры и так далее. И вот, хотелось бы извиниться, я действительно не знал, кто эти фигурки, поэтому как бы не воспринимайте это лично, это просто так вот, ошибка такая. Приношу свои извинения. Давайте вернемся. Итак, сегодня у нас склад. Террор in Chicago, The Warehouse Party. Updated. Видимо, это уже обновленный уровень, он уже выпускался. Террор в Чикаго, как бы тусовка на складе. Создал это все Зибл, если я правильно прочитал. Давайте же проведем стандартную процедуру на всякий пожарный. А я все время отключаю музыку, потому что такое дело. С авторскими правами вечно проблемы. Потом ругаться на меня начинают, что ах ты такой, ах ты сякой, а я тут при чем? Окей. Так. Конечно, в полной тишине пляшущие человечки с квадратными головами выглядят странно. Не понял. Че это у вас тут такое? А ты че к нему пристал? Ну-ка отошел. Давай, друг, беги, ты свободен. Словно птица в небесах. Ты забыл, что значит страх? Эй, не попал. Попал. Опять попал. Иди отсюда. Эй, кто там у меня сзади нарисовался? Ты что ли? Самый умный. Да блин, не бей меня. Хорош. Вот эта палочка мне нравится. Да откуда ты взялся? Тут тебя тут и не было вообще. Прикольная палка. Бошки-то разбивают в хлам. Не матерись. Не матерись. Не матерись. Не матерись. А он и не матерился. Ну ладно, хрен с ним. Эй! Да блин! Как они угадывают этот момент? Не понимаю. Трожопы. О, бутылка. Лови фуфырь! А что у нас здесь? Манчаки! Привет из Японии, ребят! Бэм! Хе-хе-хе-хе! Этыщ! Это, блин, этыщ, говорю же! Да блин, опять со спины кто-то! Вот. Как они это делают? Ты отворачиваешься, они у тебя за спиной. Есть какой-нибудь предмет? Уйди. Спасибо за предмет. Так, кого-то я бутылкой зарезал. Уйди. Спасибо. Да уйди ты все от меня. Да вы все ко мне пристали. Я тут что, самый левый, крайний? Моему дружбану какой-то чмырь пристал. Дал я ему в рог. Ну и что теперь? Ага, сейчас. Бэм! Торец! И тебе туда же. Ну и чё? Тут еще попадали посторонние люди. Ау! Это было жестко, я его даже не увидел. Сбоку он так на меня напал прям. Эть! Ладно. Ладно, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, хорошо. Окей, жиж. Вон. Моего дружбана. Ты не вставай. О, этот уже со своей палочкой. Ух, блин, он в прошлый раз сколько ударов наловил и ничего. Тут он с одного лег. Прикольно. Это вообще отдачи убило. Бэм. Отвалили от моего союза. У, револьвер. Отошел от него. Отошли от моего союзника. Уйди, у меня револьвер, дурак. Куда ты лезешь без оружия? А ты куда лезешь? Ну, всех,
А, да, все, патроны кончены. Ребят, я предлагаю начать мирные переговоры по урегулированию. Урегулирование? Нет? Ну ладно. О, ножик. Большой ножик. По кумполу. Эп, минус нога. Эп, минус вторая, отвалите от меня. Блин, как они агрессивно наседают, а? А у меня еще ножик разваливается сам по себе. Ты что разваливаешься? Что бы еще взять такое? Чем бы их стукнуть? Ну, мой союзник тут жестко бегает. Правда, не делает ни хрена, но он очень жестко бегает. Так, на полках есть что? Нет? Эть. А что у вас склад такой? На полках нет ни хрена. Только кружечки какие-то. Лови. Я возьму это. Получил? А я говорил, не лезь ко мне. Ну, не говорил, но это не важно. Уйди. Да господи, блин, ну ты бы ударил ему, чем просто там стоять за спиной. Давай, вставай, воюем, братан. Мы должны победить всех. Вернее, ты должен, а я нет. И тыщ! Да тыщ тебе, падла. О, битка, это плохо. А теперь хорошо. Вот еще халфа вторая валяется. Я для начала битку даю. Да куда ты лезешь-то ко мне? Да блин, опять. Сюда повернешься, в спину бьют. Сюда повернешься, в спину бьют. Где халфа? Халфа! Да где халфа-то? А, вон она. Пошел. Как он резко-то, а? Хотел схватить и сразу вдарить. Пошел вон. Жестко, жестко, жестко. Тыщ. Наскакиваем и пинаем. Так, что дальше? Наверху еще полно народа. Блин, их здесь везде полно. Как так-то? Ему их так много, а меня так мало. Где мой союзник? Где мой союзник-то? Союзник, ты чё, пал? Героически пал, я надеюсь. Вот он, кажется, лежит. Видимо, пал героически. Так, чтобы мне за тебя стыдно не было. Вам помочь? Да вы все равно ничего не сделаете друг с другом. Я просто помог. Выйти тут 2 часа стоять. А так хотя бы какое-то решение проблемы есть. Кружечка рулит, я вам так скажу. А тебе что надо? О, у него ключ гаечный. Ты его где взял? В машине, небось, у меня? Эй, лови! Поймал. Или по звуку он уронил ножик. А ножик я не вижу. Вижу только костет. А вот тут эта хрень валяется. Колеса-сниматель. Оп. Бэм. Бэм. Да бэм, бэм, говорю. Да блин, он по этим ящикам доскачет. Лагает весь. Его аж до потолка подкидывает, блин. Ищ, вот этот звук меня дико веселит всегда. А чего вас так много? Давайте будет вас меньше. Например, так вот. Оп. Или так, или вот так, или так еще может быть. Бэм, бэм. Шел вон. И еще раз. Ребята, привет! Я вежливый, я даже поздоровался. Так, что там? Там все чисто? Чисто. С разбегу ножиком. Тыщ. Интересно, здесь разбег влияет на силу удара или нет? Все так разбегаюсь и бам! По-моему, то же самое, что если я его с места ткнул. Бытует мнение, что. Опять кастет. Все с кастетами. Упал. Тук. Бэм. Комбинация. А ты вообще не вставай. Куда ты встаешь? Ты не туда встаешь, ты в обратную сторону вставай. Так, ну что, у нас осталась только группа танцоров в центре зала.
отойди от них, ты им мешаешь, видишь? Занимаешь слишком много места. Благородная игра, но тут боты не умеют бить лежащих. Они стоят просто над ними руками машут. Так, тут есть какие-нибудь предметы? Нет предметов? А у них есть. А чё так? Эй! Меня ударили. Так-то, вот я забагался на этой хрени, и меня вдарили. Хорошо, пошел! Оп! Вовремя, вовремя, вовремя. Ну и чё? Чё, револьвер? Серьезно? Может, без патронов? Без револьверных. Где он тут? Куда он делся? Чё, всрал? А, вот он. Ну, в этом револьвере закончились его револьверные патроны. Бэм! Бэм! В нос! В ухо! В глаз! Ну, обычно я стараюсь не пользоваться сверхспособностями этими. Но здесь как бы было в тему. По-моему, весело. Ну, как всегда. Все как всегда. Изговняли, короче, мы всю тусовку ребятам на складе. Дружбана спасти тоже не удалось. Да и вообще можно спасти, я даже не знаю. По-моему, они все равно гибнут в любом случае. Их тут запинывают толпой, а... Револьвер я на всякий случай заберу. Выкину его, чтобы идентифицировать по пулям не могли. Ну, по пуле гильзотеки же его можно прогнать? Можно. Поэтому его надо забрать и утопить в унитазе. Все. 7.35. Это все заняло. Верните мне, пожалуйста, музычку. Такой вот уровень, как по мне, классный. Ну, тут большая часть уровней классная. Я когда еще, например... уровни. Я сразу там захожу, поиграю, смотрю, что там, как, где, да. Вот, например, я нашел один уровень, сегодня тоже думал его поиграть. Но он не заканчивается. То есть ты убиваешь всех, а он не заканчивается. То есть там какой-то то ли баг, то ли чего, я не знаю. Я стал дальше искать, нашел вот этот уровень классный. Там этих уровней прям завались, так что все время есть где поискать, есть что посмотреть. В мастерской Steam здесь же прям вот можно в нее зайти прямо из игры, найти уровень Terror in Chicago The Warehouse Party Updated от Zibla, если я правильно читаю, Zibl. Вот. И поставить товарищу лайк, потому что уровень классный. Ну и поиграть в него тоже можно. А на сегодня все. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Подписывайтесь на канале. Поставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока!